Я крещу тебя властью Бога Всемогущего во свидетельство того, что ты вступила в завет служить Ему. Я крещу тебя властью Бога Всемогущего во свидетельство того, что ты вступил в завет служить Ему. Мне надо креститься от тебя. Ты ли приходишь ко мне? Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Я крещу тебя властью Бога Всемогущего во свидетельство того, что ты вступил в завет служить Ему. Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Услышав это, я поняла, что Иисус не такой, как все. А почему ангел назвал Иисуса Сыном Всевышнего? Но ведь речь шла не о романе Бога и женщины. Нет, помните, Мария не знала мужа. Иисус зачат от Духа Святого, и это было чудом. Бог все может. Вы не верите в это? Иисус родился, как вы и я, но Его рождение было чудом. Ведь Он был не просто человек. Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие! Бог говорил через сына Елизаветы Иоанна Крестителя, когда он крестил людей в реке Иордан. Я крещу вас водою. Но идет сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым. Thank you.
И Дух Святой сошел на Иисуса, как голубь с неба. И был голос с небес, и сказал: «Ты, Сын мой возлюбленный, Тебе благоволю».